Всех накормить, ни о ком не забыть. В микрорайоне Мостовая Ульяновска открылась пекарня. Да не простая, а благотворительная. Хлеб и кондитерские изделия, испеченные в ней, отправляются малоимущим мостовчанам. Разносят продукты волонтеры, местная молодежь. Нуждающихся насчитывается более 200 человек. Действительно, сейчас условия коронавируса, пандемии, как раз и мы решили, чтобы действительно помочь нашим жителям. Если мы раньше раздавали продуктовые наборы, то сейчас мы решили открыть, как можно сказать, школу пекарни, потому что пекарня, когда пекут и продают, а мы же здесь, допустим, учимся готовить, учим печь. Четыре местных жительницы в совершенстве научились печь пшеничный хлеб и ароматные пряники. Старшие по территориальному общественному самоуправлению сами разработали дизайн и рецептуру изделий. Буквально неделю назад умелицы выпекали по паре буханок на пробу. Тренировки дали результаты. На данный момент в сутки они производят от 25 до сотни кирпичиков. В дальнейшем линейку продукции хотят расширить, добавить в ассортимент зерновой диетический хлеб. Кулинары не только готовят сами, но и передают мастерство подрастающему поколению. Рецептуру пряников знают только местные пекари, потому что эти сладости планируется сделать брендом микрорайона. Пряник, он на то и секретный, чтобы рецепт никому не говорить. Поэтому рецепт однозначно не скажу, попробуйте, скажете, что там есть, чего нет. Одни с фруктовой начинкой в форме сердечек, другие прямоугольные с печатью. На расписных пряниках зашифрована информация, которая раскрывает колорит и историю мостовой. Этот пряник не только вкусный, но и красивый. На нем изображены традиционные символы этой местности. Подвесной легендарный мост, лучшие друзья мостовчан, кошка и собака. И дата основания села – 1649 год. Виктория Черкова, Данил Сурков, новости Улправды ТВ.